увидимся. Мне кажется, час. Час? Ну, все равно увидимся. Мы увидимся... Нет, мы приедем туда через час, а увидимся с вами через 5 минут. Ребят, все, приехали мы в Кишинев, добрались до Марка. У него была тренировочка, мы его чуть подождали. В общем, мы уже в квартире. Сейчас будем отдыхать, посмотрим что-то интересненькое, покушаем и будем ложиться спать. Завтра у нас взвешивание. Завтра попробую заснять что-то. Всем доброе утро. Только что проснулись. Сейчас быстренько позавтракаем, приведем себя в порядок. Марка отправим в институт. Правильно. И пойдем погуляем. И будем уже дожидаться взвешивания. Я макака. Ты макака, Марк? Это Миша должен был сказать. Я макака. Миша, Марк, ты сказал, что ты макака? Нет, я сказал, что Миша макака. Что ты макака. Ты макака. Все, мы вышли. Марк готов. Только я не знаю. Марк, а что ты с собой не взял? Кимоно. Что? Только ручка нужна. Ему только ручка нужна, ребятки. Мы сейчас идем гулять. Но вначале Марка проведем, потом погуляем чуть с Данилой. Может, кино посмотрим. Ой, а я документы забыл. Мы вернемся еще домой. Мы вернемся еще домой, ребятки. Все, отправили мы Марка в институт. Пока он сказал нам погулять 1.5 часика. Сейчас пойдем вниз к озеру, он там сказал, должно быть в парке, в общем, гуляем. Данила, как всегда, кушает, потому что голодный. Данила, приятного аппетита. Мягче. Смотрите, в каком красивом месте мы сейчас гуляем. Ждем Марка. Освободиться через 1.5 часа, и уже будем решать, что делать дальше. У нас, кстати, через... Сейчас 13.52 часа. Через сколько взвешивания? Через 4 часа у нас. Через 4 часа у нас взвешивание. 1.5 часа. 1.5 часа ждем Марка. 1.5 часа добираемся до дома. Потом 20 минут пешком до отеля, до отеля там, где взвешивание. 16 стран, ребята. 16 стран. И что? Вы это видео уже будете смотреть, когда мы отборемся, так что мы первые узнаем результат, а потом уже вы за нами. Надеюсь, все будет хорошо. Дай Бог. Все, мы сейчас будем гулять, ходить. Сними. Буду вам периодически камеру включать, чтобы показать вам. Место реально очень красивое. Лес вообще идеальный. Ну, сейчас они все увидят. Она сделала ты так. Здравствуйте, меня зовут Лашу Михаил Максимович, я экскурсовод. Сейчас я вам расскажу, какие тут достопримечательности есть. Это, получается, ступеньки Данила Адамко. В честь его построили они. Он еще жив, ему сейчас 16 лет. С половиной. 16,5. 2003 года рождения. 05-05-2003. Чемпион Молдовы в этом году. Ну и вот, ступеньки предоставили ему, сделали такую красоту, так в сказать, городе Кишинев, в столице запомнилось. Молдовы. Вот памятник в честь него. Памятник. Сейчас посмотрим. Такой газон сделали тут, невероятно красивый. Спасибо большое, государство, не стоило так натруждаться. Ну да, в честь него еще там спортивную площадку сделали, потому что в этом дворе не было ее. В дворе. На самом деле, ребят, мы шутим. Это... Вот в честь кого этот памятник. Это... Вечная память сотрудникам полиции, павшим при исполнении служебного долга. Если бы еще читать, мы чисто бы сейчас ошибились. Да. Видно, кто уроки прогулял. Так, сейчас я покажу вам озеро. Там, где... Смотри, как кросс тут бегать прикольно. А? Смотри, как кросс бегать прикольно здесь. Кстати, да. Такая ровная дорожка. Блин, тут вообще такая... На велосипеде можно кататься. Да, тут еще местность такая
красиво. Березочки. Лес. Как будто не в Молдове, блин. Как будто в Париже. Париж. Париж 2024. Париж. Запомните. Париж. Сними вот там вот, вот, это, вот эту вот красоту. Потом там покажи эту красоту. Покажи Прибыль. Are you idiots? Что? Энглдос? Джингл Бэнд. А, Джингл Бэнд. Все, дойдем до озера, ребят. Покажу вам красоту Молдовы. Да. Орашку Кишинев. Голубь чистый, чисто кровный. Не, чисто, чисто, знаешь, голубь это чисто. Голубь это мира. Символ. Ну, короче, какой-то символ. Как красиво, ребят. Голубь, на, иди ко мне, голубь. Смотрите, какие красивые тут животные. Я и чуть-чуть испугался. Уточки. Миша, Миша, Миша. Миша, ну сфоткай, Миша. Сфоткала? Сфоткала? Подожди, подожди. Не, я снимаю. А смотри, как утка стоит. Очень красивая, очень. Надо будет сюда. Вода тут кристально чистая. Озеро Байкал, ребята, к вашим услугам. Круто. А белый лебедь на пруду. Вот мы уже на другом берегу озера. Тут также присутствуют уточки и животные. Птицы. Данила разговаривает со своей любовью. Данила, Данила, пускай Соня привет передаст. Соня, передавай привет подписчику Миш. Привет, подписчикам. Привет подписчиков. Подписчикам. Привет подписчикам. Я скажу подписчикам. Соня, научись разговаривать. Да, ты учись разговаривать. Все, сейчас дойдем до... до того места, где пришли, и поднимемся к Марку по ступенькам. И поедем уже, наверное, домой. Возьмем документы и отправимся на взвешивание. Все, взвешивание прошло удачное. Сейчас идем домой и будем Ребятки, все, наше соревнование подошло к концу. Сегодня был мой день. Занял первое место. Постараюсь видео со соревнования, как я боролся, нарезки маленькие сделать. Вы все увидите. Сейчас мы с Марком идем кушать в Макдоналдс или в KFC. Не знаю, мы уже посмотрим. В принципе, все получилось, как я хотел. И я рад. Рад тому, что занял первое место. Все, зашли мы в KFC. Сделали заказ. Заказали два Christmas бокса. Какая-то новинка там, короче. Сейчас вы все увидите. Ждем 16 минут. Как нам сказали. И будем кушать. Сейчас я покажу, что оно из себя представляет. Не показывает. Бургер. Картоха фри. И 4 штучки вот таких вот. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. А мы сейчас будем кушать.
как я наелся. Время у нас 11 часов вечера или уже ночи. Как у вас дела? Напишите в комментариях. Мне интересно будет прочитать. Excuse my references, I'm just on my worst shit and you ain't seen the best of it.